Павера. Похами. Да, как будто не очень близко, такое чувство, нет? Блять, Макс, как тоже в тренинг? Да, ебану, там, во-первых, фейерверки будут раскидывать, нам, и чёрт будет видеть, будет идти вверх. Да, как будто близковато. Вот так, чётко! Бля, Мэл мог такой контент делать за 200к баксов. Он такую не вливает бабки. Ну, бля, пацаны, ну он человек эмоций. Ну, типа, сегодня у него есть эти бабки. Он сделал все, он оставил какой-то след. Типа, ну, блядь. Ну вы не, бля, ну вы не на его тебя, месте, Майла, блядь. Его столько пабликов запостили, вы чё, да, нахуй? У Майла такая ревка. И плюс у него бан на Твиче, у него бан на Ютубе. Типа, то есть ему нужно где-то брать людей, понимаете? С ТикТока дети, как бы, они не совсем, типа, профитные. Вы просто иногда мыслите очень узко. И дай бог, что да, человек живет моментом просто. Там настила. Ах, блядь! Почан. Ебать. Ох, ох, ну прикольно. Ехуя. Бля, им как будто не очень безопасно там, нет? Ну их машинам пизда, да. На, все, тут точно ГГ нахуй. Да, как будто надо было больше фейерверка, чтобы дольше ебашил. Все. Музыка играет. Играем. Пацаны, срочно фоллоу. Умоляю. Прошу. Умоляю. Это просто легенда, брат. Бля, завтра такое же надо повторить, только на GTA RP сервере. Не, прикольно. Брат, очень красиво. А жалко машины, если честно. Это очень красиво. Сейчас пойдем, брат? Вниз? Ну, вообще спасибо. Боишься? Ебать, задувает нормально сверху. Что тут дым не на нас идет, брат? Ох, ебать, они прям горят, блядь. Не так, как вчера. Надо в сервисы им отправить, слышишь? К Салиму. После бёрнаута. Да, прикинь, Салиму привезти вот эту машину. Кать, братан, не знаю, что с ней, посмотри. Чё-то не едет, братан. И Салим такой, так, 5500, и она едет. Сколько, Салим, у тебя денег взял за твою... Слышь? 200. 200 тысяч? Да. Нормально, брат. Да иди нахуй. Умоляю, дайте! Сейчас свет горит, бро! РСД сила! РСД отвечает! О, блядь! О, блядь! Бля, на эффект маленький, сука. Надо было больше, потому что это хуйни покупить. Костер Фортнайте за металл растопил. Север! Блять, у меня есть лучше. Бля, красиво горит, да? Короче, я решил, когда баба. Часть денег выделим, поедем. Куда поедем? Поехали. Едем, короче, в приют. Часть благодарительно закину. Ага. Они хоть с воздуха бабки пришли. Я думаю, с Рошаном пополам сделаем. Часть туда, часть. Рошан, похуй, я сейчас такой. Блять! Сука, не рассчитывал. Есть салют до сих пор. А вы слышали, что я сказал? Нет, там все нормально. Нет. Бля, нормально ты, кстати, устроился. Пацаны на 19 тысяч онлайн на тачке сжигают, а ты до 17 тысяч онлайн. Братан! Братан! Братан, меня Стил пригласил, я не мог отказаться. Ща кейсы пойдем на башню. Я мне Стил написал, братан, будешь стримить, заходи, комментируй. Я говорю, блин, да вообще без проблем, мне вообще похуй. Реально он сказал так? Да, да, я бы так не смотрел бы, ты меня знаешь. А, нихуя. Да, я бы так не смотрел бы. Первый, не, реально, пацаны, я без шуток вам говорю. Брат, он мне еще пиздобол. Но вот почему ты пишешь пиздобол? Плюс вот почему? Вот ты же не знаешь. Я бы не смотрел бы так. А давай я вас так сниму, стой.